Ну, уже почти лето. Видимо, не получится, но потому что... Да? На удачу. Покупаем на удачу, чтобы подписчики росли, чтобы... Ребята, всем привет! И сегодня у нас будет видео о том, как я сделаю себе новый скин в Роблоксе, потому что тот, который у меня сейчас такой фиолетовый, он мне уже как-то надоел, что-то мне он уже не нравится совсем. И я хочу сейчас походить по магазину. Последний раз я покупала вещи в Роблоксе, по-моему, месяц или два назад. Короче, когда последний раз я меняла себе скин, тогда я последний раз покупала. В общем, прошло много времени, я надеюсь, что там появились новые какие-то крутые, классные, балдежные вещи, и я сегодня закуплюсь, будет круто, красиво. Я еще специально не заходила вообще в магазин, не смотрела, что там есть. Очень хочу найти себе другие новые волосы какие-нибудь. Возможно, появились какие-то новые лица, это будет очень круто, и может быть я себе даже куплю какое-то новое лицо, но это не факт. Короче, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны перед началом этого видео. Ставьте лайк, красная кнопочка, подписочка на мои другие социальные сети. Ну, а мы начинаем! Вообще, у меня очень много других вещей, которые, ну, до этого я уже давно купила. Сейчас посмотрю, что тут есть. Вот я сейчас листаю магазин, тут всякие шапки. Но шапки я уже не хочу, потому что, ну, уже почти лето. На улице снег, но почти лето, это не важно, да? Поэтому буду стараться сделать такой, ну, летний, весенний какой-нибудь, может быть, скин. В общем, сейчас я полистаю, что тут есть в магазине, и уже покажу вам, что я нашла такого интересненького. Ребят, я не знаю почему, но как только я сказала... В своем видео, одном из предыдущих видео, очень давнишних, короче, сказала, что мне нравится вот такое лицо с веснушками и вот такое лицо со стрелками, зелеными глазами. И, возможно, я их куплю, потому что они прикольные. Они стали стоить 220 тысяч рубаксов и другое лицо 89 тысяч рубаксов. Ну, вообще, класс, конечно. Отлично, пошопились, так сказать. Короче, я думала насчет того, чтобы купить какое-то вот либо это, либо с веснушками лицо. И, короче, видимо, не получится, но потому что... Да? Зато у меня, знаете, какое есть лицо? Помним, да, о том факте, что мне взломщики купили на мои рубаксы. Ну, кстати, рубаксы вернули, лица не забрали. Вот, у меня есть вот такое лицо с стрелочками, с розовыми звездами внутри, короче. Оно тоже дорогое, но я не знаю, сколько оно сейчас стоит. Давайте загуглим. Потому что цены на лица меняются каждый раз. Например, то лицо, которое я ношу, вот... Няшное такое. Оно, я его покупала год назад, получается, ну, почти год назад, за 37 тысяч рубаксов. Сейчас оно стоит порядка 70-90, по-моему. Что-то вроде этого, короче. Круто! Вот, смотрите, вот такое лицо, которое у меня есть, оно сейчас стоит 50 тысяч рубаксов, прикиньте. Ну, хоть какой-то плюс от этого взлома получился. У меня бесплатное лицо за 50 тысяч рубаксов и шляпа за 50 тысяч. Зато поэтов не вернули. Так, что-то я отвлеклась. И, ребят, я вообще ничего не могу найти. Мне кажется, раньше было прям очень много всяких прикольных вещей в Роблоксе, а сейчас их вообще очень мало. Я не знаю, может быть, как-то по-новому можно искать, как-то запросы, может быть, вбивать. Я потому что ищу вот по разделам, то есть нажимаю, например, раздел шляпы, heads, и пишу вот recently updated. И у меня тут как бы, ну... Вообще выбор не густ, так сказать. И тут какая-то дичь на самом деле. Вот мне вообще тут ничего не нравится. Ладно, пойду искать сначала хотя бы волосы какие-нибудь. В общем, ребята, я нашла, точнее вспомнила насчет того, что в последнее время мне прям очень нравится леопардовый принт. У меня маска для лица от коронавируса. Леопардовая. Еще я заказала себе чехол под AirPods, он уже приехал, и под телефон леопардовый. Короче, мне очень нравится леопардовый принт в последнее время, и я вот решила сделать что-то... Ой, что я надела? Я решила найти, может быть, что-то у меня получится классно с леопардами. Вот тут всякие масочки, это черная, по-моему, даже очень неплохо выглядит. Так что я куплю ее на всякий случай, чтобы потом не потерять, тем более она не такая уж дорогая. Тут одежда, смотрите, тут есть всякие топики. Вот этот прикольный. О, он у меня уже был куплен. Прикольно. Возможно, я даже сделаю какой-нибудь мерч, связанный с леопардовым принтом. Не знаю, получится у меня или нет. Что-то классное, клевое. Но я постараюсь. Но хотелось бы, наверное, все-таки из аксессуаров именно посмотреть. Так что давайте вот так забьем, чтобы нам вылезли только леопардовые аксессуары. А, их вообще мало. Тут вот несколько масок. Вот такая вот черная, розовая и классическая расцветка. Есть сумка какая-то. Такая себе. Короче, блин, леопард... Вот эта маска на мне. Оставляем, покупаем, девочки. Короче, ну я купил только маску, получается, такую черную.
Сложно сейчас, реально в Роблоксе вообще очень мало чего-то крутого. Давайте я сейчас попробую найти что-то по запросу glasses, то есть очки. И давайте на recently updated. Вот эти прикольные, смотрите, какие очки с мишками, они прям прозрачные, если повернуть, то их видно. Блин, прикольно, сделали прозрачные очки, возможно, я их одену, но это не точно. Мне не особо нравится вот форма этих прозрачных очков, вот тут еще есть кругленькие. Ой, меня Роблокс послал что-то. Мне выдал ошибку какую-то, ну ладно, сейчас все будет. Ребята, короче, смотрите, что я нашла. Я нашла вот такие очки, прозрачные, и они с такой оправой, то есть оливковый или какой-то цвет, вот как у моих ногтей, короче. И я вспомнила, что мне такой цвет тоже в последнее время очень сильно нравится, это один тоже из моих любимых цветов сейчас на данный момент, такой вот оливковый или как его назвать, авокадный, название, конечно, топ. Вот, я думаю, может быть, мне стоит сделать какой-то, ну, не мерч, опять же таки, самой создать футболочку вот с леопардовым принтом и вот таким вот цветом. Мне кажется, что можно, в принципе, сделать даже сам скин под вот такой цвет. Давайте я верну назад свое лицо нормальное. Няшка такая. Так. Короче, лицо вернули, мне кажется, сюда подходят эти очечки, они такие няшные. Я не могу найти красивые волосы. Волосы всегда были проблемы, поэтому я буду пытаться найти что-то из того, что у меня уже есть. Ребята, в общем, я нашла такие волосы, смотрите, как они выглядят. Soho hair, если кому-то надо. Вот у меня такие же блондинистые, вот я нашла коричневые, мне кажется, они подходят. Самый лучший вариант, который я смогла найти. Еще тут есть вот такие волосы, которые я когда-то носила. Вот у меня был вот скин вот с такими блондинистыми волосами. Очень давно, почти год назад. И, в принципе, они тоже красивые, но даже не знаю. Вот напишите в комментариях сейчас, какие вам больше нравятся. Вот такие или такие? Более длинный вариант или такие волнистые, но коротенькие? Я куплю на всякий случай оба этих варианта. Потом посмотрим, какой мне больше подойдет. Я, кстати, купила бандану себе, она ко мне едет. Сейчас буду думать, что следующее мне можно приобрести. В общем, ребята, я забила в поисковике грим, и смотрите, что я нашла. Это поле клеверов. Это так мило, стоит всего лишь 50 рубаксов, когда я буду бегать или стоять, так просто у меня будет вокруг меня клеверы. На удачу, покупаем на удачу, чтобы подписчики росли, чтобы подписчики росли. За вас, мои дорогие, одеваю себе вот такие клеверы на ноги, короче. Ой, а что у меня? У меня постоянно почему-то теперь лагает Роблокс, и я не могу вот покупать больше двух вещей, мне приходится вот так вот писать заново в поисковике то, что я забивала. Это странно. Пишите в комментариях, есть ли у вас такой баг. Меня это бесит. Слушайте, по запросу грин тут такая няшность, просто капец. Боже, вот это няшка! Космик Маск Лия. Что это вообще такое? Это очень весело выглядит. О, смотрите, какой-то рюкзачок, почему-то он на груди. Это странно. Тут внутри лягушонок. Если бы этот рюкзак был на спине, я бы, возможно, его даже купила. Я типа как бэбика его ношу своего. Как мило. Да блин, опять! У меня все сбилось. Короче, ребят, сейчас буду искать годные вещи. Ну, покупаю их, потому что у меня постоянно все лагает. И покажу вам, что я купила. Показываю, чем я закупилась. Я сомневаюсь, что за этот выпуск, кстати, я успею доделать весь скин полностью до конца. Но все-таки я покажу вам, что я купила, и явно с этими аксессуарами я и останусь. Короче, смотрите, я купила вот такой тост с авокадо. Я обожаю по утрам есть тост из черного хлеба, сверху авокадо и еще яичник. Вот это вообще топ. И, короче, вот тут такой тост. Я не знаю, буду ли я его носить, но я его купила, потому что я такое люблю. Плюс еще проблема в том, что нельзя две вещи на лицо надевать, но мне моя подписчица помогла, показала, короче, как можно обмануть систему и одеть 2-3 вещи, по-моему, на лицо из раздела Face Accessories. Это круто, поэтому, возможно, я когда-нибудь этим воспользуюсь, когда мне понадобится. Еще я купила вот такое лицо лягушки, просто потому что оно няшное, почему бы и нет? И еще вот такой вот пакетик сока. Он мне очень нравится, он очень прикольно выглядит. По-моему, это peach. И еще купила такие блестки на ресницы, хрен пойми зачем, просто тоже эстетично, круто. Также у меня теперь есть вот такое ожерелье с каким-то зеленым изумрудом. Как будто изумруды не могут быть зелеными. И так, смотрите, что в Back Accessorize я купила такие деньги вокруг меня летающие. Я это не буду носить, просто это очень забавно выглядит. Кактус. Я это тоже не буду носить, просто это смешно выглядит. Кактус.
Круто же. И вот такой зонт. Скорее всего, его я буду использовать, потому что он яркий, зеленый, балдежный в виде лягушки. Так, ну мы обязательно будем использовать клеверное поле. Оно на удачу. Ребята, я, короче, забила не леопард в поисковике, а читас. Короче, по-английски как леопард называется. И тут куча сумок, смотрите! Сейчас найдем что-нибудь красивое. Кстати, смотрите, как я сейчас выгляжу. Мне кажется, очень даже прикольно. Я что-то явно изменю впоследствии, но мне нравится. Одежда, ща разберемся тут. Ребята. Я, кстати, да, я хотела какие-нибудь леопардовые штаны купить, но каким-нибудь красивым леопардовым принтом эстетичным, чтобы он был зелененький. Но я пока что такого не вижу, видимо, придется делать самой. Все самой, все самой. Да, я вот листаю, совсем ничего нету как, почему-то. Странно, странно, ребята. Я нашла какую-то вот. Трусы какие-то леопардовые. Они даже не леопарды, они какие-то странные, ну, короче, не суть. Ладно, сейчас буду искать, что-нибудь найду, покажу вам. Если не найду, то селяви. В общем говоря, ребята, вот итоговый скин, который у меня сегодня получился. Мне он очень нравится. На данном этапе, мне кажется, вот... Очень круто, я прям даже вообще ничего не смотрела, с нуля пошла, все сделала, вот буквально сколько минут прошло. Мне не нравится, что тут такие штаны нашла я, которые вот вообще, вот они три варианта штанов, и они как-то, знаете, вот просто какая-то полоска ткани. То есть тут нет, например, никакого ремешка, никакой текстуры, то, что это штаны, просто какая-то вот тряпочка висит на мне и все. Я думаю, что если мне не будет лень, я сделаю сама какой-то балдежный аутфит. Балдежные штаны, балдежную маечку. Но мне очень даже нравится то, что у нас сегодня получилось. Единственное, что я забыла... Знаете, что сейчас вспомнила? Я забыла рюкзак. Хочу какой-нибудь рюкзак сейчас найти. Наверное, я возьму просто вот этот вот, который у меня уже был. Его все равно не видно, но он есть. О, мне очень нравится то, что получилось. Ребята, ставьте лайк на это видео, подписывайтесь на мой канал, оцените в комментариях мой новый скин от 1 до 10. Мне он очень нравится. Буду его дорабатывать со временем. Вы кидайте мне всякие идеи в комментариях по поводу нового скина. Может, какие-то у вас есть варианты одежды. Если у вас есть какие-то варианты, то кидайте название в комментариях. Я буду смотреть и, может быть, что-то новенькое найду, классное. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. И всем пока-пока!